Чего? Боже, какой же я дурачок. На что я трачу просто деньги? Вы посмотрите, посмотрите, яйцо дракона. Всем хулиганам здравствуйте, с вами Адомир. И сегодня у нас с вами проверка шалкеров на честность. И прямо сейчас у меня на балансе больше 1 миллиона. Вы просто вдумайтесь в эту космическую цифру. И скорее всего, все эти деньги уйдут просто-напросто на шалкера. Так что я думаю, уже за это можно, в принципе, поставить лайк. Также хочу извиниться перед вами за то, что на канале сейчас не так часто выходят ролики. Ибо я конкретно готовлюсь к экзаменам. И самый первый экзамен у меня 25 числа. А это на самом деле совсем скоро. И было бы классно, если бы вы мне пожелали удачи в комментариях. Заранее спасибо. А также небольшая информация по серверу. 24 июня в 13:00 на выживание с плюшками и на анархии пройдет вайп с небольшим бонусом, о котором вы узнаете, когда, в принципе, зайдете на данные режимы. Так что заходите, IP-адрес сервера будет в описании. У нас с вами будет сходка. Всех, в принципе, жду. Ну, а мы с вами начинаем. Сейчас пишем спавн и бежим просто-напросто на аукцион. Вот он у нас. Я очень сильно надеюсь на то, что мы с вами окупимся. Сейчас ставим сортировку по бокам. И как мы видим, у нас здесь достаточно много шалкеров. Смотрите, самый первый шалкер стоит 25 тысяч, и по сути в нем должно быть дофига тотемов. Не знаю, правда это либо же нет, но вы можете написать свое мнение в комментариях. Так, смотрите, шалкер стоит 57 тысяч, и в нем просто лежат железные слитки. Если так оно и будет, то это будет реально какой-то прикол. Я на всякий случай его куплю. Шалкера, которые стоят у нас меньше 50, будут здесь. Шалкера, которые больше 50, здесь. Ну и шалкера, которые прям сверхдорогие, будут здесь. Так, все. Отлично. Продолжаем наши покупочки. Элитри фул шалкер. Цена просто-напросто меня убивает, но окей. Это пока что самый дорогой шалкер на этот ролик. Девочки, я в шоке просто. Чувак за 60 тысяч продает просто кидстартер. Ну, окей. Я надеюсь, что там лежит не только кидстартер, а еще много нормальных ресов. Но это мы узнаем с вами чуть попозже. Ух ты, вот это да, что это за прикол? Тотем. Да, ну, это явно, тут, походу, реально 100% лежат тотемы. Вот, ну, тут по-другому просто-напросто не может быть, правильно? Я, походу, нашел самый дешевый шалкер за 5 тысяч. Мы его сейчас покупаем, он будет сам внизу. Вау, обалдеть. Мать моя женщина, меч на 1000 левел от домера за 65 тысяч. Ну окей, Буавсик, я его куплю. Если там меча на 1000 левел не будет от домера, я тебя в принципе запомню. 90 тысяч, 70 тысяч, я не понимаю, что это за космические цены. У нас получается самые дорогие шалкеры в этом ролике будут. Ну ладно, ладно. Домеру от Лори. Алмазный шлем, алмазный нагрудник. 190 тысяч. По идее, там должна быть топка. Я его как раз таки покупаю. Смотрите, Буавсик здесь продает яйцо дракона. Алмазный бог. Ну, слушайте, достаточно интересно. За 70 тысяч. Надеюсь, это правда. Опана, нашел кит магистра за 50 тысяч. Мы его также берем. Какие-то очень дорогие шалкеры, однако. Но я надеюсь, вы поставите лайк на этот ролик. И будет, на самом деле, не так обидно. Не обман от Буавсика. Это уже какой-то третий шалкер от него я покупаю. Так, за 70 тысяч, чувак. Продает тотем бессмертия, лук, эндер жемчуг, алмазный топор. Как же я надеюсь на то, что здесь нет обмана, ибо если будет обман, это будет капец как обидно. Домер возьми. Шалкер чисто для меня за 80 тысяч. 80 тысяч! За что? За стрелы вреда? Ох, хоть бы они там лежали, пожалуйста. Посмотрите, сколько уже здесь, в принципе, шалкеров. И на моем балансе уже 350 тысяч. Деньги просто-напросто улетучиваются. Ну окей. Так, за 30 тысяч. Достаточно интересное предложение. Надеюсь, оно выгодное. Также у нас шалкер от этого же чувака также за 30 тысяч. Мы его также берем. И у меня остается 250 тысяч. Покупаю, даю гарантию, что не обман. Замипой продает шалкер за 90 тысяч. Ну, это мы чуть с вами позже и узнаем, в принципе, да? Шалкер, ну не обман 100%. За 95 тысяч! Ох, мать моя женщина, за такие деньги можно было бы реально купить себе сколько? 2 или 3 Теслы на самом деле. И у меня на балансе остается 29 тысяч. Интересно, сможем ли мы за эти деньги хотя бы купить какой-нибудь шалкер? Нет, я в принципе скупил вообще полностью весь аукцион, поэтому мы сейчас телепортируемся домой и начинаем наше открытие. А еще мне тут стало интересно, обманули ли вы когда-нибудь игроков на аукционе? Напишите, пожалуйста, в комментариях, ибо мне будет реально интересно почитать. Так, поехали, этот шалкер у нас стоит 5 тысяч. Проверяем его, здесь по сути должен быть кидстарт. И да, здесь обмана нет. В принципе, 5 тысяч, считаю, купились. Хотя кидстартер на самом деле бесплатный. Я не знаю, можно ли считать это за окуп. Но окей. Дальше у нас идет как раз таки за 30 тысяч, если не ошибаюсь. Здесь у нас алмазный блок. И написано не обман от Буавсика. Ну, давай посмотрим, почему бы нет. Да. Да ты шо, алмазный блок. Обалдеть. Целых 27 алмазных блоков. Я в шоке. Просто вы посмотрите на это чудо. Ладно, это мой, в принципе, первый минус. У нас идет флоу маска за 25 тысяч. Мы как раз таки ее проверяем. И барабанный дроп. Ну да, чувак, конечно, сделал по-умному. Засунул алмазку и дальше такой, типа, вот на тебе булыжник, да? Типа, там еще много интересных вещей. А тут, на самом деле, просто вот лежит одна алмазка. Ну, спасибо на этом, да. Купил алмазку за 25 тысяч. Дальше идет самое интересное.
честно, шалкер в этой ценовой категории. В нем потому, что очень много тотемов, и он стоит 25 тысяч также. Оп, пожалуйста, хоть бы здесь не было обмана, ну пожалуйста. Уголь. Тотем бессмертия уголь. Ну почему? Что мне делать с этим тотемом? Как он мне жизнь спасет? Объясните мне, пожалуйста, в шахте, когда я сделаю факела, или как этот тотем бессмертия мне жизнь спасет? Я не понимаю, честно говоря. Так вот чисто вот разбрасываться, да, устроить раздачу тотемов на спавне или как? Этот шалкер у нас стоит 45 тысяч, и в нем сказано, что есть очень много элитр. Посмотрим. Чего? За 45 тысяч? Почти фул топка. Элитр? Очень много на самом деле. Подарочный меч бога, два лука, обалдеть. Деть. Я, честно говоря, в шоке. Я такого просто-напросто не ожидал. Ладно, едем дальше. По сути, здесь у нас также должна быть топка. Смотрим, проверяем. Ух ты, та ты шо. Можно отправиться в свободное мореплавание. Обалдеть. Ну, слушайте. В принципе, здесь лежит у нас алмазка, и я этому рад. Но меня прикалывает факт того, что здесь очень много лодок. Вы просто посмотрите на это, что это такое. Ну ладно, я не знаю, можно ли считать это окупом. Дальше у нас идет последний шалкер, который до 50 тысяч. Давайте его также проверим. И барабанная дробь. А, ну почему? 25 тысяч. За что? За обычную алмазку? Проще уже купить один стак алмазов и скрафтить как раз таки это все. За 1000? 27 алмазных блоков. 26 тотемов. Та ты шо. Меня, наверное, на сервер просто-напросто никто не убьет. Дальше. У нас идут сверхдорогие космические шалкера, которые стоят больше 50 тысяч. И давайте их, в принципе, проверим. Здесь сказано, что здесь лежит железный слиток. И я не понимаю, зачем я его купил. Но здесь так оно и есть. Чисто, если не ошибаюсь, за 60 тысяч я купил данный шалкер, и просто посмотрите, что в нем, железо, в принципе, без обмана, спасибо на этом, но, честно говоря, это была, однако, бессмысленная покупка. Вот, та ты шо, это же самый крутой шалкер, который я купил за 60 тысяч, если в нем сейчас реально лежит кикстартер, я просто буду в шоке. Пожалуйста, хоть бы не кикстартер, пожалуйста. Почему он? За 60 тысяч, за 60 тысяч можно было алмазку топовую купить отдельно, а здесь? Главное, что две печки лежит на этом, спасибо, щит. Ой, боже мой, ну почему? Еще один очень интересный шалкер, в котором написано, что здесь лежит очень много тотемов. Давайте его также проверим. Я думал, на самом деле, что мне показалось, а здесь нет, мне ничего не показалось, смотрите. Тотем. Послушайте, у меня уже есть 26 тотемов бессмертия, есть 28 тотем. Тотем. И я, в принципе, этому не знаю, радоваться либо же нет. Ибо сейчас мы с вами уходим в огромный минус. Только в одном шалкере, если не ошибаюсь, в этом не было обмана. А во всех остальных, здравствуй, обман. Еще там некоторые были, но они, честно говоря, не особо окупились. Дальше у нас идет шалкер. Также где-то стоит 50-60 тысяч. Давайте посмотрим, что в нем. Ух ты. Я вспомнил, что это такое. Это кит магистра, друзья. Обалдеть. Защита 3, острота 5. Ну, слушайте, на самом деле, кит магистра, он где-то так и стоит, в принципе. Я реально рад этому киту, потому что если его сравнить с вот этим вот за 60 тысяч и с вот этим вот за 50 тысяч, то этот, конечно, честно говоря, меня реально приятно удивляет. И за это можно реально поставить чуваку респект. Дальше у нас идет шалкер, в котором лежит яйцо дракона, алмазный бог и еще 22 плюшки. Надеюсь, что здесь нет обмана. И, пожалуйста, барабанная дробь. Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Чего? Боже, какой же я дурачок. На что я трачу просто деньги? Вы посмотрите. Яйцо дракона. Булыжник, алмазный бог. Алмазный блок, булыжник. Извини, что обманул тебя, Блавсик. Нет, все, нет тебе прощения, Блавсик. Что это такое? Объясни, что мне делать с этим яйцом. Давайте его, в принципе, поставлю посреди комнаты. Пусть, в принципе, стоит хотя бы для красоты. Как по мне, яйцо дракона выглядит сегодня прекрасно, как никогда. Даже думаю, можно его, в принципе, вот так вот огородить, чтобы все видели, что это настоящее яйцо дракона. Шалкер называется Домер возьми. Я его, в принципе, взял. Здесь написано, что здесь лежит очень много стрел вреда. Я надеюсь, что это правда. Смотрите-ка. Обалдеть, чувак меня не обманул. Плюс спавнеры, это просто что-то с чем-то, друзья. Как же я рад, чисто чувак меня не обманул. И мы окупаем данный шалкер, скорее всего, полностью. Плюс элитры здесь и пузырьки опыта. Вы что, я сейчас самый счастливый человек на земле. Знаете, мне кажется, вот этот шалкер, в котором лежит меч тысячного левела от Домера, нужно открыть в самом конце, ибо мне реально интересно, там фейк меч, либо же нет. А сейчас давайте с вами откроем вот этот вот шалкер. В нем сказано, что лежит тотем бессмертия. Ух, я его купил за 70 тысяч, если я не ошибаюсь. И да! Просто посмотрите, защита 3. Просто, чисто-напросто, две топки. Посмотрите, какие классные мечи. Лук, два тотема, 7 золотых яблочек. Да.
Просто спасибо, боженька, реально, за то, что этот парень меня не обманул, и мы с вами окупили этот шалкер просто-напросто спокойно. Это круто, это реально круто. Фу, кит магистра. А подождите, а вот этот вот шалкер, который я открывал, там, где алмазка была, это был не кит магистра? Это неужели будет еще один окуп? Давайте посмотрим. 150 тысяч, если не ошибаюсь. Боже, божечки ты мой, божечки, как же круто, друзья. Просто второй шалкер подряд, и мы с вами просто-напросто окупаемся. У меня просто-напросто нет слов. Дальше идет шалкер, которому этот чувак дает гарантию, что это не обман. Я же знаю, этот шалкер стоит космических денег, пожалуйста. Просто что это такое? Три подряд шалкера без обмана. Три тотема. Меч классный, лук классный. Дофига всяких эндер жемчугов. Та ты шо. Если бы моя мама видела, на что я трачу деньги в Майнкрафте, я бы, наверное, получил люлей. Но слушайте, я рад. Шалкер, в котором лежит непонятно что. И, пожалуйста. Блин, как же круто. Четыре подряд без обмана. Вы вдумайтесь. Ну, на самом деле, я, конечно, просто не понимаю, за что я дал здесь 80 тысяч. Вот что это. Вот что, стак фейерверка стоит 80 тысяч, скажите мне, пожалуйста, вот эти вот ботинки стоят 80 тысяч, вот что мне с ними делать? Ладно, за 80 тысяч я купил это. Также, у нас есть шалкер, в котором написано, что это не обман 100%, и в нем, по сути, лежит дофига тотемов. Давайте его, в принципе, проверим, почему бы и нет. Опа-на! Капец, друзья, никогда бы в жизни своей бы не поверил, что 5 подряд шалкеров будет без обмана. Вы просто посмотрите на это чудо. 4 тотема, каждый тотем стоит 5000, топочка. Эндер перл лежат, 8 золотых яблочек, спектральные стрелы. Просто я сейчас рад. Вот за это можно, в принципе, поставить лайк. Реально, если набирать 15 тысяч лайков, сразу же выходит новый ролик, несмотря на то, что мне нужно готовиться к экзаменам. Сейчас пошли самые дорогие шалкеры, которые стоят на минуточку больше 90 тысяч. И давайте, в принципе, проверим. Я сейчас ставлю вот этот вот шалкер, в котором лежат только элитры, и шалкер, в котором должна быть, по сути, фулл алмазка. Давайте, в принципе, проверим шалкер, в котором лежат элитры. И да, здесь нет обмана. Элитры, здравствуйте. Это на самом деле круто. Теперь у меня есть полностью шалкер, в котором лежат элитры. По-моему, у меня таких две штуки. Я очень сильно надеюсь, что здесь сейчас не будет обмана. И барабанная дробь! Посмотрите просто на это чудо, золотое яблочко, которое на сервер стоит 50 тысяч, если его покупать отдельно. Капец просто! Зелька силы положил мне этот парень, лук топовый, та ты шо. И два тотема, это в сумме уже 10 тысяч, то есть 50 плюс 10, 60 тысяч плюс топка. Ну, друзья, как по мне, этот шалкер окупился, вот прям 100%. Но сейчас самое время открыть самый интересный шалкер. Я его поставлю, пожалуй, куда-то вот сюда. И давайте посмотрим, что же в нем. Ну почему, я даже не удивлен. Вы посмотрите, меч тысячный левел от Домера. Вот это да, та ты шо. 27 мечей на тысячный левел. Друзья, пишите в комментариях, кому нужен, в принципе, этот меч. Завтра встречаемся на спавне. Я вам его скину, можете убивать этим мечом кого угодно. И будет, в принципе, балдежно. Ну слушайте, за 50 тысяч я купил 26 дерева. Ну, нормально. Я, на самом деле, не так сильно расстраиваюсь, потому что у меня в самом конце, считай, шалкера пошли без обмана. Только вот этот вот шалкер, в котором лежал меч на тысячного Владомера, был с обманом. И знаете, что я вам могу сказать? Мы с вами ушли в минус примерно на 700 тысяч. Считай, на булыжники, на деревья, на уголь, который на самом деле тотем. Я надеюсь, ты поставишь лайк на этот ролик, ибо денег на самом деле ушло дофига. Ну, друзья, на этом все. С вами Домер. Заходите на мой сервер, апдейт будет в описании. На самом деле сходка. Не забывайте про то, что 15 тысяч лайков, сразу же выходит новый ролик. Все, всем агавидерчи. Не забывайте про колокольчик, скоро выйдет проверка игроков на читы и ролик с мамой. Всем агавидерчи, всем пока!